Это Шарашкина викторина. Сегодня мы проверим, разбираешься ты в футболе или... Ты дурак, что ли, эй! Продюсер Матч ТВ. Сегодня говорим о матчах, на которые тренеры настраивают по-особому. Бело, блядь! Пидорасу, пиздите их нахуй! Мы дадим 5 фактов о дерби, а тебе нужно будет решить, правда это или нет. За правильный ответ начисляй себе 1 балл и узнаешь в конце свое звание. Погнали! Правда ли, что есть дерби между командами из Европы и Азии? Да, Галатасарай и Фенербахче. Первые находятся в Европе, а Фенербахче уже в Азии. Правда, в чемпионате Турции жарко в любом матче. Термин «дерби» связан с масленицей. Да, ведь изначально это футбольный турнир в городе Дерби, который проводился на Масленицу. А еще, когда Спартак проигрывает в Дерби, все хотят сжечь чучело у руля клуба. Мужики, блядь, ёб, чё за хуйня? Мы можем их разъебывать и разъебывать. Дерби между Ливерпулем и Эвертоном – старейшее в мире. Неправда. Старейшее дерби – это матч между ФК Шеффилд и ФК Халлом. А сейчас Шеффилд отлетает от Торпедо 5-0. 5-0. Так заканчивается товарищеский матч Торпедо с футбольным клубом Шеффилд. В Англии победу в дерби с крупным счетом до 1993 года называли «гэнг-бэнг». Нет, но то, что иногда происходит в русских дерби, так назвать можно. Оу, май. Правда ли, что в России существует матерное дерби? Да, «Локомотив», «Торпедо» — так его назвали журналисты после того, как услышали на трибунах много матерных кричалок. Скоро «Торпедо» опять будет в РПЛ. Что сказать? Серия пенальти выявит. Считай свои баллы, и если их так же мало, как голов у атакующего Рубина, то учим отчасти, пиши в комментариях свое звание.